дальше. Схожесть примерно такая же. Надо на YouTube сделать фильм про свои плесневые семечки, груши и всходы. Обязательно сделайте. Так, здесь Ленин. Лучше триходермы. Сенная палочка, анаэробная бактерия. Она в почве работает хуже. Так, опарина. Антон, я ничего не понял. Насколько мне известно, триходермин, лиокодин применяют в почве в анаэробных условиях. При сертификации же условия анаэробные. Ведь так, так, ребята, я не буду расшифровывать, что такое аэробное, анаэробное. Просто пусть будет так, что Елена понимает Антона, Антон понимает Елену. Так, я завожу опыт. Часть косточек слив обработал биопрепаратом фитоспорин. Часть марганцем. Посмотрим, что получится. Нужно выработать рабочую методику сертификации, чтобы выход был 80-20%, чтобы в любой момент провести сертификацию без потерь. Ой, как это сложно. Такой, какие они капризные. Вы знаете, влияет все. Мне кажется, ранняя весна влияет. Ведь я замечал, у меня был год, когда в марте летняя жара, один год такой был, в марте, сунулся в погреб, а там вот такие ростки. А должны были лежать... Нет, в погребе холодно. Она не... Вот это 10-15 градусов мартовских не успели нагреть погреб. Там холодно. Вот вся, вот так вот все вылезли, и все. Вот. И я тогда сказал себе, а если бы в марте было бы холодно? Был бы вот это вот, это же было ненормально. Но совпало с мартом. И вот попробуй теперь, когда они чувствуют небо, чувствуют космические лучи, попробуй, которые их пробуждают. Попробуй их после этого какие-то рамки вставить. Браво, Сергей, разумное предложение. Так, если триходерма заселится на семенах, и область работы – почва. Триходерма живет как на поверхности воздуха, так и глубже. Сенная палочка, неподвижная бактерия, она работает в воздушной среде. Ее надо использовать на том, что растет над уровнем почвы. Триходерма так, обладает ростостимулирующим свойством, ускоряет процесс стратификации. Вот. Вот этого я не знал. Какая связь между скоростью стратификации триходермы. Да. Этого я не знал. И не знаю, что сказать. Вот зато теперь или не понятно. Так, в триходерме речи нет. После биопрепаратов присутствует бациллус. Субтилис только на работе в диапазоне 15-20 градусов. Ян Санов, мы куда с вами попали? А? Заседание Академии наук, как минимум. Кстати, фитоспорин ростостимулирующим действием. А я в душе доволен, что у нас такие эти, грамотные ребята все. Кстати, фитоспорин ростостимулирующим действием не обладает. Давно он не нужен. Лучше при посеве применить гетерооксин. Так, Сафронов. Вот сцепились. Главное не разбить в песке триходерму, а заселить на семена. Занять нишу, которые могут получить патогены, если это необходимо. Опарина. Когда пришла идея обработки косточек фитоспорином, это просто для их обеззараживания. Кто-то предлагает для этого марганцовку. Да, чаще всего марганцовка. Фитоспорин не обеззараживает. Он обсеменяет субстрат бактерий, которые конкурируют с плесневыми грибами. О, вот, ребята, хорошо. А, ладно, это читаю, а то потом. Как насчет марганцовки? Фитоспорин или сенная палочка, которая... В нем должна присутствовать, может обеззаразить, но если убедиться, что в растворе препарата большое количество антибиотических веществ, но это сделать в бытовых условиях сложно. Сережка. Надо пробовать разные методы. Марганцовка убивает живые микроорганизмы, но споры убить нереально. Они не боятся ни холода, ни жары, ни глубокого вакуума. Кстати, ну-ка. Споры не боятся. Ну, в принципе, так, чуй попадет сегодня. Попадет сегодня от кого, почему. Спор не надо бояться, как говорит ВК, грибы не убивают живое. Главный процесс сертификации не убить семена своими руками. Ну вот, Антон первый спустился на землю. А как быть с проблемой загнивания при сертификации? Вот. Меньше это, влажность.
не допускать заранее мертвых семян. Но это сложно. Ой, сложно, сложно. А есть такая проблема. Не переборщить с влагой. Правильно, тонн семена должны дышать. Сережка, я бы согласился по поводу грибов, но вы не могу. Ну, ученые люди, они, конечно, ученые. Так, чистота песка, соглашаться не надо. Грибы выделяют микротоксины. Это ясно. Но для здоровых семян с мощной программой развития все не проблема. Селивошка, грибы же разные. Есть паразиты, сапрофиты, некрофиты. Главное для развития условия для плесени – это жидкокапельная влага. Близко к 100% аэробные условия и положительная температура 1,5 градуса Цельсия. Самое интересное, все правы. Потому что еще никто не сказал, что это, что так делать не надо. Поэтому не нужно создавать болото в емкости для сульфикации. Это мы с вами проходили, Антон Валерьевич. Фильмы, помните, про сульфикацию вместе делали. Итак, делаю выводы. Косточки ничем не обрабатывать. Так. Сейчас получите от этого, от Сережка. Песок по возможности прокалить. Создать правильную влажность. Заложить косточки неплотно друг к другу. Накрыть емкость гибридиться. Хорошо ее термоизолировать перед хранением при правильной температуре. Почти все. Вот. Неплотно, это не значит, что все равно близко. Косточки друг у друга отнимают влагу. Прямо вот они как губка. И спокойно до марта долежат. При 1, 2, 3, даже 5 градусах. Потом как начнут, вдруг какая-то срабатывает программа. И давай. А этот первый, они же в разное время просыпаются. Расщепление свойств. Первое, всю влагу себя всосут. Открываешь, бывает, в это время. Эти, у одних косточки высунули эти и корешки, и даже бывают вершки. И тут же рядом косточки спящие, и главное, полностью сухая это. Герметично все было. Но песок полностью сухой. Вот. То есть не хватает объема влажного песка, все не взойдут. Так. А насчет закрывать нельзя, но я закрываю. Вот, оставляю пространство с воздухом. Может быть, это и есть компромисс. Все равно я оставляю пространство с воздухом. Так, поправка принимается. Косточки нужно очистить от мякоти. Ну, это понятно. Ну, я предлагаю плодика хоронить только дикие. Они как-то... А культурные нет, конечно, нельзя с мякотью. Вот насчет полной герметизации остается один вопрос. При анаэробном дыхании возможно выделение этилоспирта, от которого погибнет зародыш. То вопрос тогда в количестве. Вот. Я оставляю банки, видели же, вот столько. Ну, там наверняка не получается это, выделение спирта как результат. Холодно, температура около нуля. Спят себе и спят, и ничего не выделяет. А потом бах, и уже на этом... На грядке растут. Косточка желе абсолютно чистая. Он высылает семерку в плодиках. А это семечки, не косточки. У меня косточки вишни черешни с мякотью. Косточки вишни. А как с мякотью? Так храните с мякотью. От меня вы не могли с мякотью получить. Это на ваше. В плодиках не сибирка, а ранетка вроде. И сибирка, и ранетка. Так. Косточки слива вишни сложно отмываются от мякоти. Да, вот вишни, да. Я замучился, когда сам это делал. Сливы, они тоже все разные. Наличие остатка мякоти можно увидеть после замачивания семян. Вода дает при замачивании, пахнет фруктовым компотом. Нужно надо как постараться все-таки. Ну и потом они когда сохнут, вот она сохнет, вот уже мякоть высохла. Можно как-то от нее освободить, чтобы поменьше было органики при хранении. И стеклянную баночку нарву с винтовой крышкой. Неполная герметизация. Ну, теряет тогда влагу, понимаете. Так, согласно Антону Сапронову. Косточки перед началом сертификации надо замочить на пару дней. Тогда можно их очистить, если есть остатки мякоти.